Раз все забронировали, сотовый телефон Samsung Galaxy A02s. Сразу можно видеть, что дисплей у него битый. Здесь, но на работоспособность это не влияет, то есть как бы можно видеть. Вот я введу приложение, сейчас возьму его. Ага. Введу приложение по экрану, по всему дисплею, особенно в битых местах. То есть как бы что-то. Чисто по принципу пришли заплатить, и они банки пришли деньги принесли, они должны искать мелочь. По регламенту мы не должны им дать сдачи. Нет, регламент это не регламент, это мы сами распечатали на клей. Я вам вопрос задаю. Камера работает, фронтальная камера, ну, тоже фокус есть. Wi-Fi сеть он сейчас видит, подключен к нашей сети. Сим-карту тоже видит, сразу могу сказать, по звуку. Звук здесь есть, хороший, чистый. Ну и как вы уже тоже могли заметить, в местах, где битый дисплей, имеются выгорания, выгоревшие места. Отпечаток пальца работает. 4/64 он идет по характеристикам. Заряд 5000 мА. Задняя. Здесь вот небольшой косячок в этом месте, но сигнал-ток можно достать, это не проблема. Сзади тоже на крышке, она без дефектов, ну небольшие такие потертости. В данный момент он подключен к проводу питания, заряд идет, можем заметить. И здесь небольшие царапины на камере. Без комплекта, сразу хочу сказать, то есть телефон без чехла, без комплекта полностью. В целом рабочий телефон достаточно. Поменять дисплей, и в принципе он будет полностью функционировать. Кнопки уменьшения, прибавления звука работают.